Всем привет! Вы на канале Дешевый Китай. Сегодня я покажу интересную подборку товаров для мужиков, так что приятного вам просмотра. А в конце видео не забудьте поучаствовать в конкурсе с денежным призом. Раньше посадка велосипедиста была преимущественно вертикальной. Это значит, что весь вес переходил на пятую точку. Сейчас же посадка, как правило, кардинально другая. Мы растягиваемся на велосипеде. Стараемся опуститься как можно ниже, чтобы снизить сопротивление воздуху. В такой позе уже очень большая часть веса переходит на руки. В дополнение к резиновым грипсам мы рискуем получить целый ряд неприятностей, поэтому стоит прикупить и использовать велоперчатки. В продаже перчатки двух цветов и трех размеров. На кончиках пальцев у перчаток есть специальные зоны, чтобы можно было спокойно работать с сенсорным экраном. Более 1000 продаж. Камуфляжные и около того куртки. Всех размеров, от XS до 4XL. Сделаны из полиэстера, они идеально подходят под осенний-весенний сезон. Куртки с капюшоном и довольно большим воротником. Более 1000 продаж. Хвостовики на 6 или на 10 мм. Такие штуки удобно крепят к дрели нужные диски, превращая ее в небольшую болгарку. Более 50 продаж. Оригинальный триммер Xiaomi Mini Electric Nose Hair. Относительно недавно на рынке новинок от Xiaomi был представлен триммер для удаления волос в носу. Устройство выполнено в виде продолговатой палочки, на конце которой находится режущая головка, закрытая колпачком от ненужных загрязнений. Выглядит устройство весьма лаконично и работает от одной пальчиковой батарейки или аккумулятора, который в данной версии в комплекте не идет. Более 100 продаж. Весьма приятно выглядящий нож Sanremo 1161. Лезвие из стали Sandvik 14C28N. Рукоять 3CR14N. Сам нож красивый, легкий, с отличной эргономикой и пушечным флипом. Замок сделан оригинально и надежно. Клин складывается под собственным весом. Длина клинка 9 см при общей длине в 21 см. Более 200 продаж. Замечательный рюкзак для подростков позволяет брать с собой ноутбук на 15 дюймов и еще много нужного и полезного. Качественные материалы изготовления и стильный вид – вот основные отличия данного рюкзака. Для продвинутых пользователей предусмотрена возможность вывода USB-разъема для подзарядки устройств. Через специальное отверстие также можно вывести наружу наушники, а источник музыки оставить в рюкзаке. Максимальный объем вместительности составляет около 35 литров. Рюкзак изготовлен из нейлона и полиэстера. Для переноски большого количества гаджетов и других предметов внутри предусмотрены многочисленные отделения и карманы. Спинка мягкая и комфортная. Более 6000 продаж. Чехол Tetris и еще несколько игр на iPhone 6, 6s, 7, 8 и iPhone X. Притом это натуральная игровая приставка. Она работает, игры, что в нее входят, типа танков, тетриса, гонок и прочих, запускаются и скрашивают ваши ожидания, не разряжая ваш смартфон, так как питается чехол от своей собственной батарейки. Есть несколько расцветок, более 900 продаж. Чехол-держатель для ключей и флешки. Выглядит просто и удобно, собирается буквально за пару движений. 6 цветов в ассортименте, более 300 продаж. Адаптер для использования сим-карты и микро-CD в одной ячейке. Ведь сейчас достаточно много смартфонов создают под две сим-карты или под одну симку и одну флешку. Что, конечно же, очень печально, приходится выбирать и чем-то жертвовать. Прячется этот отросток обычно под чехол. Единственный минус для владельца – необходимость искать подходящий чехол. Тонкие чехлы полностью не налезают и нужен чехол по типу Military серии фирмы Spigen. Более 3000 продаж. Перчатки с встроенным фонарем. Крайне специфический предмет, так как подсвечивают они примерно то, что вы держите зажатыми указательным и большим пальцами. На самой перчатке находится кнопка для включения. Более 500 продаж. Мощная солнечная панель от Choitec на 24 Вт. Если сравнивать с условными конкурентами на Али, то тут обещают самый высокий суммарный ток для двух портов до 4 ампер. Это значит, что в теории от него можно одновременно заряжать два мощных пауэрбанка или телефон с функцией быстрой зарядки. Вдобавок тут наименьший вес за счет использования компактных и высокоэффективных панелей. В остальном все на уровне. Влагозащита, карман для заряжаемых устройств, замки на липучках, ушки для карабинов плюс сами карабины в комплекте. С ними зарядку можно легко закрепить на рюкзаке, палатке или других местах.
HDMI Switch на 3 входа. Благодаря этому устройству можно к одному телевизору подключить приставку, компьютер и еще что-то одновременно. Однако сам кабель буквально полметра длиной, более 4000 продаж. Беспроводные наушники Blue Yeti OT2. У продавца есть два цвета на выбор, белый или же черный. Все кнопки управления находятся на правом ухе, всего 4 кнопки. Есть несколько предустановок для эквалайзера, которые можно менять, зажимая одновременно две кнопки громкости. Каждое действие комментирует женский голос по-английски. Эти наушники можно использовать как проводные, без использования питания. Аудиошнур идет в комплекте. Приятное дополнение, если сел аккумулятор, а наушники нужно использовать. Также есть функция, которая позволяет слушать музыку вдвоем. При работающих наушниках к ним можно подключить еще наушники по проводу, в которых будет играть то же самое. Мелочь, а приятно. Также на правой амбрюшюре имеется порт для зарядки и разговорный микрофон, причем довольно хорошего качества. Производитель заявляет 40 часов прослушивания музыки по Bluetooth, более 200 продаж. Wi-Fi USB адаптер с антенной. Антенна ставится на любой угол полусферы. 150 Мбит скорость соединения будет между роутером и свистком в прямой видимости в пределах 10 метров. А что там через стену бетонную, будет трудно сказать. Более 7000 продаж. Нарезать ананасы? Да вот такое нехитрое изобретение нарезает ананасы колечками по спирали. Вращайте, и все получится. Хочу вам рассказать про кэшбэк-сервис, которым пользуюсь сам. Знаю, он всем порядком поднадоел, но Letyshops позволяет вернуть хоть какие-то копейки с покупок в интернете, в том числе и на AliExpress. А также позволяет мониторить динамику цен на товар, чтобы не нарваться на жадного продавца. В общем, если вдруг надумаете пользоваться, то ссылка есть в описании. Интересная сумка, которая крепится на руль велосипеда. Кронштейн в комплекте. Довольно вместительная, можно, например, обед на работу положить. Она всего на 3 литра, но это даже к лучшему. Не перегрузите специально раму. В ассортименте в трех расцветках, более 300 продаж. Наушники New B – это качественный звук и батарея на 60 часов проигрывания музыки. Естественно, если они на аккумуляторе, то это Bluetooth наушники. Все кнопки управления у них находятся с одной стороны на наушнике и микрофон на другом. Около 200 продаж. Валики для штанги, чтобы штанга не так в кожу врезалась. В наличии в трех цветах размером 45 на 10 сантиметров. Крутые металлические таблички, великолепный дизайн и внешний вид прилагаются. Они все размером 30 на 15 сантиметров. Более 300 продаж. Ремень для переноски тяжестей. Удобный, крепкий, незаменимая вещь при переезде. Главное, что подойдет для переноски практически любой мебели. Более 50 продаж. На этом все, а теперь конкурс. По традиции разыграем 200 рублей на счет мобильного или же WebMoney кошелька. Условия: поставить лайк, быть подписанным на канал и написать любой адекватный комментарий под видео. Результаты через неделю в группе ВК и на моем втором YouTube канале. Все ссылки есть в описании.